Да, привет, друзья. Вот у меня было горло заложено. Я с вами поделюсь, как это снимается. Теперь у меня нормально. Видите, голос какой. Я могу свободно. А я вот буквально 5 минут назад был какой-то охрипший. Я вам показываю. Смотрите, как это делается. Берешь, нажимаешь точку ХГ и говоришь ха. Вот так смотри, с выдохом. Ха! Букву Х через гортань. Самомассаж получается прекрасно. Смотрите, какой голос. А-а-а, видите, да, какой голос. Никакой не хриплый, а наоборот, такой мощный. Я вас много чему научу. Короче говоря, я вам хочу показать сейчас картину. Называется, ну да, втроем, видите, у этого уже носик красный, там бутылочка стоит, у них рюмашечки, там ваза с фруктами или с цветами, непонятно. Носик красненький, видите? Ой, какая картина маслом. Старая моя картина, рисовал я это к чему? К тому, что вот сейчас там разворачивается ликбез у нас идет бесплатный. В воскресенье в 20 часов будет как раз-таки продолжение отвыкания или освобождения от зависимости, от самых разных зависимостей. Хотите от каких-то невротических зависимостей, хотите от привычек неприятных, хотите от алкоголя, хотите там от наркомании. Вы знаете, там есть такой момент. Пока одно, так сказать, не ударишься, пока ты не испугаешься, ты не бросишь. Это первое. Второе. Ради чего ты бросаешь? Ты бросаешь ради того, дно только уже вверх самое. Без чего ты жить не можешь. Вот ради чего ты бросаешь. Поэтому мы там коснемся вопроса очень важного, самоидентификации. Кто ты такой? Какие у тебя способности? Такие есть, которые не раскрыты, и ты пока не знаешь. А вот если ты их раскроешь, эти таланты, ты никогда, никогда ими не пожертвуешь, потому что это твое «я». Да, короче говоря, дно снизу, небо сверху, когда соединяются два этих момента, ну я расскажу и покажу на бесплатном ликбезе у нас. Да, и много историй там расскажу, маленьких таких историй, которые характеризуют, как это происходит в жизни. И как в прошлый раз выходите ко мне в Zoom, там будет на трансляции сброшен Zoom. И, конечно, подпишитесь на канал, кто не подписан на телеграм-канал, подпишитесь, потому что там будет разворачиваться тема, там вопросы и ответы, как и у нас в школе «Человек будущего» Homo Futurus, есть обмен опытом. Это очень важно, потому что это комплексная у нас системная работа, чтобы эффект у вас был гарантированный, чтобы на самом деле на периоде отвыкания от какой-то зависимости, какая бы она ни была, хоть бильярд играть, хоть азартные игры играть, хоть в гаджетах сидеть, хоть водку пить или там курить, неважно какая, чтобы эффект был гарантированный, вот это комплексная работа. Телеграм, там часть идет, у нас на Ютубе часть идет, в книгах у нас часть идет, ну, книги там посмотрите у нас под видеороликами в описании. Вообще посмотрите новичок, если посмотрите в описании вообще, кто я такой. Потому что учить кого-то может только тот, который имеет на это право, который в своей жизни что-то уже сделал. Конкретно, которое работает. Да, а это работает. До встречи, друзья.